Ворона серая. Птица семейства вороновых. Весит 460-690 граммов. Голова, горло, крылья и хвост черные. Остальное оперение серое. Распространена в Европе, в Малой и Передней Азии, в Туркмении и на большей части Казахстана, в дельте Нила, на островах Средиземного моря. Населяет опушки и окраины лесов, рощи, заросли речных долин, города и поселки. Зиму вороны проводят вблизи жилья человека. Кормятся на помойках и свалках пищевыми остатками. Особенно большие скопления вороны образуют вместе с галками и грачами в крупных городах. Ворона – всеядная птица. Она поедает различных жуков, прямокрылых, гусениц, бабочек, личинок мух, моллюсков, дождевых червей, а также грызунов, ящериц, лягушек, рыб, птичьи яйца. Потребляет также семена подсолнечника, сорных и дикорастущих растений. Самка откладывает от 3 до 6 яиц. Она же их и высиживает, но выкармливают птенцов оба родителя. Уничтожением грызунов и насекомых-вредителей ворона приносит пользу. Однако крупные зимние скопления вороновых в городах и поселках приводят к загрязнению зданий, порче архитектурных украшений и памятников –